Пресс-конференция с представителями компании «Трансконсалт Сервис» и областной вертикали власти стала отправной точкой официальной церемонии открытия нового сервисного центра по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Его создание стало ответом на спрос со стороны существующих сегодня на белорусском рынке транспортных и логистических компаний, располагающих собственным автопарком. Для его обслуживания представители бизнеса постоянно прибегают к услугам диагностических центров. На минувшей неделе новая станция на базе «Трансконсалт Сервис» пополнила этот список. Открытие авторизированной сервисной станции в городе Бресте сможет решить проблемы с ремонтом грузовой техники как для региональных компаний, которые оказывают транспортные услуги, так и для международных, осуществляя транзит по нашей территории. Следует отметить, но это всем понятно, местным жителям, что новый сервисный центр компании «Трансконсалт Сервис» отличает еще и удобное расположение вблизи республиканской трассы М1, что немаловажно для владельцев и водителей коммерческих автомобилей. Транспортные компании, находящиеся на территории Брестской области, являются важным сегментом экономики и экспорта услуг, поэтому их развитие положительно сказывается на всей экономической жизни региона. Хотелось бы отметить поступательное, планомерное развитие компании «Трансконсалт», которая не остановилась только на оказании транспортных услуг, а идет в развитие сервисного обслуживания. Я очень надеюсь, что все же компания продолжит свое развитие и в дальнейшем расширяя свой рынок услуг внутри области для всех наших транспортников и, естественно, осуществляя в том числе и обслуживание компаний, которые приезжают сюда к нам из-за рубежа, будут останавливаться здесь у нас в городе Бресте и пользоваться данной услугой. Сервисный центр «Трансконсалт Сервис» готов предоставить полный перечень услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, а также ремонту грузовой автотехники. Кроме того, что сервисная станция является авторизованной для грузовых автомобилей DAF и Hyundai, «Трансконсалт Сервис» имеет также разрешение, необходимое и необходимое оборудование для обслуживания автомобилей прицепной техники, таких марок, как Кёгель, Шмидц, Велтон, Ивека, Вольво, Скания, Мерседес и МАН. При проектировании и возведении нового сервисного центра были значительно расширены производственные площади, что, в свою очередь, позволило увеличить количество одновременно обслуживаемых авто. Новая сервисная станция оснащена современным лицензионным оборудованием для проведения диагностики всех систем автомобиля, начиная от двигателя, заканчивая электрооборудованием. Сегодня в планах у компании «Трансконсалт Сервис» открытие специализированной мойки для грузовой техники.